sleepyhead. I really just want to go to bed and take a pain, pain, pain killer. Pain, pain, pain killer. Приветствую вас, уважаемые зрители, с вами я, Ведьмак. Мы продолжаем проходить ремейк одной из самых брутальных игр всех времен народов, Painkiller. Так, собор, собор. Следующая у нас карта. Так, Да, я получил выносливость в предыдущем уровне, да? Играть мы будем опять на кошмаре. Следующая карта — собор. Со злобными монахами. Здесь у нас задача получения карты, точнее, критерий получения карты. Ох, нифига себе все. Какое яркое. Мой любимый Painkiller. Как я по тебе соскучился. Здесь нужно с врагов собрать 330 золота. Но здесь, правда, разработчики ремейка пошли дальше. Вот. И здесь можно получить две карты. Чтобы получать больше золота с монстров, нужно их тела вот так вот над ними издеваться. Тогда с них начинают падать дополнительные всякие шняшки. Типа вот золотых колец, там, крестов и прочей дряни. Здравствуйте. Странно, обычно вот эта вот штука убивала всех сразу. Нет. Так, заберем наши кровные, так сказать, души. Отдай, отдай голду. Голду давай. Пошли вон! Всех убью, один останусь. Давай голду. Давай голду, скотина. Так, мы собрали, получается, 154 дополнительно золота. Вот. Такая вот загогулина. А, второй критерий. Просто соберите 500 золота. Ну, постараюсь. Постараюсь. Блин, бочки взрываются с такой яркостью. Это же кошмар просто! Так, собрано души 17. Ладно. Я надеюсь, все собранные души засчитываются в наши 7000, необходимые для того, чтобы совершить сделку со смертью. А не только те, которые убиваются вот этой вот хренотой страшной. Потому что мне нравится Painkiller! Здорово, мужики! Бочка вам! Так. Какие-то особо одаренные, я смотрю, появились. Ау, больно же. Где ты? Давай бабло. Да, хорошо, что оно в этом ремейке не исчезает. Все эти денежки, которые выпадают. Возьмем броню. Броня это хорошо. Здесь у нас будет очередной мини-босс на этом уровне. Собор вообще одна из самых красивых карт, на мой взгляд, Painkiller. О, у нас же есть фонарик. Е-е-е-е! Буду все засвечивать, нет, он слишком яркий. В Painkiller оригинальном он был такой тускловатый, так слегка подсвечивал. Здесь
Вроде как есть свет, но вроде кого нет. Коломет. Обожаю коломет. Хорошая штука. Здесь он нам пригодится. Так, что мы там собрали? 108. Так, заблокировано пока, заблокировано. Здравствуйте! Вот эти вот товарищи довольно опасны. А, блин, что ж я на них натыкаюсь-то все время? Спиной. С этих довольно просто выбивать золото. Так, ты чё там, опух, что ли, совсем? Зараза. На, получи. Пригвоздил его к стене. Получи, скотина. Так. Оки-доки. Продолжаем. Вообще довольно прикольно вернуться в эту игру. Одна из моих любимых на самом деле. Ремейк, конечно, ну, скажем так, не предназначен для поклонников игры. Предназначен для, в основном, пользователей консолей, которые никогда не видели эту игру. Поскольку цель, в основном, разработчиков была именно выдать эту игру на консоли. Так. Здесь у нас будет злобный и страшный босс. Так, надо посмотреть управление троллера. Так, как включить карты? Фонарик, скриншот, все это фигня. А, вот использовать золотые карты. Е, так и осталось, да? Ну что ж, понеслась вон там к нам. Бежит уже большой злой дяденька. Получи, на. И он нас не любит. Это я могу вам точно сказать. Еще тут... Вот вас не было в оригинале. Зачем вы появились? Тут и без вас было, на самом деле, все плохо достаточно. Не получилось. Получи, скотина! Здравствуйте. Ау. Получи. Блин, скелета при помощи коломета убивать не очень. Иди сюда, смерть косой. Воу, парни, полегче. Я все понимаю, но не надо так. Норм. Продолжаем. Тише будь. На самом деле, лучшее оружие против боссов — это вот это вот дробовик. Потому что скорость стрельбы у него эффективно сочетается с отсутствием перезарядки и повреждениями. Если еще и зафигачить золотую карту, повышающий урон, так боссы вообще слетают в секунды просто. Сломался. Что-то я вначале, конечно, немного растерялся. Давно не играл, конечно. Блин! Нет, погоди, я тебя достану. Ой. Не понял. Ты что ли меня ударил? А, падла. Из-за вас душа исчезла, скотобазины мерзкие. Буду насиловать твой труп, сволочь. Считай меня некрофилом. Зараза, хотел, блин, использовать этот сосатель душ, или как его, блин, назвать, чтобы засосать красную душу, но... Давай, бабло! Бабло давай! Так, уважаемый, ты не слишком ли охренел, ну?
На тебе твой крест. Ну, кстати, это мысль. Надо пригвождать этих ребят к стене, а потом делать вот так вот. Нормально. Сколько там уже? Все, разблокировал обе карты мгновенно. Я крут? Да я же крут! Шучу. Получи, сволочь. Давай еще бабло. Нормально. Все мое. Столбом приколотил просто. И золото сыпется из него просто. Награбил, скотина, да? Такое ощущение, что критерий полегче стал для выполнения. Погоди, это ж не конец уровня. Чего вы мне сказки рассказываете? Не надо там хор этот петь, пожалуйста. Здесь сейчас будет засада та еще. Не люблю это место. Вообще, оказывается, я довольно хорошо помню игру. Ах да, я ж не так давно проходил оригинальный Painkiller. Как не так давно? Год, наверное, назад. Хотел пройти полностью Painkiller и дополнение Battle Out of Hell. Вот, но в дополнении там какой-то косяк начался. Карты я не мог получить из-за бага в игре, который так и не пофиксили разработчики, сколько там не пытались. Вот. Но вообще People Can Fly, насколько я знаю, забросили эту игру. Их Epic Games прикупили и заставили делать Bulletstorm, который мне, честно говоря, не понравился. Здорово! И тебе привет! На самом деле, это вот коломет одно из моих любимейших оружий. Если еще приноровиться и делать из него ракетницу. То есть у него правая кнопка позволяет стрелять гранатой. Но можно сделать вот так вот. Подстрелить гранату в полете колом, и получится такая импровизированная ракета. Вообще в Painkiller большинство оружия имеет вот такой вот режим стрельбы, сочетающий альтернативный и основной огонь. Результат чего получается довольно мощные комбо, но расход патронов, конечно, при этом довольно высокий. Нэппл? Не понял, офигел что ли там? Надо аккуратнее быть с душами. А то сейчас насобираю 66, не вовремя, будет печалька. Не успел понасиловать труп. И этот не успел. Ну ладно, в любом случае, карты я уже получил. Чё? Думал в мили меня взять? Ага, сейчас. Так, я сейчас сдохну. Ага. 10 хп осталось из-за этого дыма. Чё-то подзабыл, что он настолько... Так, ну да. 64 уже. Хорошо, что вот это не считается за душу. Всего лишь здоровье. Давайте подлечимся. Я что-то увлекся немного. Не заметил, что у меня здоровья-то нет. Здоровья-то нет совсем. Воу, ребята, вы откуда такие бодрые? Так, души я не подбираю. Пока что. Оставим их на серьезную заваруху. Кстати, здоровье почему-то больше 100 не поднимается. Музон рубит. Не люблю иконы. Всегда мне казались каким-то уродством.
Забавная статуя. Так, где-то там. Чуваки, вы быстрее можете? Долго что-то поднимаетесь ко мне. Я что ли за вами гоняться должен? Не понял. Наглевший скелетон. Да, в игре еще есть. Да что ж ты будешь делать, но... Система горячих клавиш, благодаря которой можно использовать, например, коломет, так вот сделать мгновенно. Там еще какие-то я... Shift, да, нет, Shift это дополнительный огонь. Какие-то еще там кнопки есть, я уж не помню. Но, на самом деле, это уже, так сказать, альтернативное. Вон там секрет. Это я помню. Его довольно муторно брать. А вот некрогигант. Босс первой части игры. Пиу-пиу-пиу! Не понял. Откуда он взялся, вот объясните мне. Блин, кого я спрашиваю? Господи, это ж пейнкиллер. Тут это нормально. Не понял. Ну вот это уж что-то какая-то фигня пошла. Блин, заморозку трачу. Пустую. Сойдет, ладно. Так, пока не буду брать. Получи, скотина. На. Разобью тебя. Так, подъем к секрету довольно муторный, это я помню. Главное вот эти вот гробы не сломать, по-моему. На них нужно забираться. Не то, никакие непонятные хреновины можно развивать. Жаль, сохраниться нельзя. Один секрет взяли, второй немного посложнее брать нужно. Я, честно говоря, подзабыл как. Ну, не то, что подзабыл, сейчас-то, конечно, вспомню. Там как-то муторно подниматься нужно было по столбу, что-то я, правда, не вижу этого столба. Может быть, он сейчас упадет. Эх, память, что ты делаешь, прекрати, ахаха. Так, кто-то тут еще остался недобитый. Надо ему быстренько сделать внизу битобяне, да? Получи. И распишись, пожалуйста, вот здесь вот, в двух экземплярах. На, блин. Еще пачка. Ой, аж затормозила игра. Нормально. Не бери души. Не надо этого делать, пожалуйста. Распрыжка — это вещь, на самом деле. Без нее вообще в игре половина секретов не берется. Так. Но в этом случае... как же там надо было спускаться-то? Точнее, подниматься, чё, гоню. Спасибо. По-моему, здесь одна из колонн должна была упасть. Или я гоню? Вот здесь же разве не лежала колонна? Странно. Очень странно, как туда вообще попасть? Хитрые разработчики этой игры. Я ведь знаю, что стоит здесь закрыться дверям, и все, и ты уже не пройдешь. Не открываются. Под конец уровня. Так, что мы там? Здесь на самом деле много золота на этом уровне.
Не сказать, чтобы здесь прям золото было прям жизненно необходимо, но некоторых боссов тяжело убивать без усилений. Я сохранился. Хорошо. Так, а тут у нас что? Ага, здесь секрет у нас. Секрет, да? Внизу-то мы были, это точно. Так что вся секретность у нас наверху тут лежит. Потайное место. Никто не знал, что оно здесь есть. Так, ладно, продолжаем. Продолжаем. Кстати, может быть, на кладбище та же самая фигня была. Так, там лежит крест. Но как туда попасть, что-то я не пойму. Может быть, что-нибудь взорвать надо? Да, но явно не дробовиком, да. Вот какая-то колонна стоит одинокая и грустная. Нет, она не взрывается. Как же его можно взять? Так, гробы пока... Нет, зачем ты это сделал? Все, теперь хана. Ну и ладно. Короче, пофигу, не будем тратить на это время. Структура уровня несколько изменилась, не знаю почему. Знаю только разработчики, которые решили почему-то перекроить уровни по собственному усмотрению, хотя они, на мой взгляд, и без того были прекрасно сделаны. Чувак! Чувак! Тихо! Ты что такой бешеный? Ну, давайте превратимся в демона, что ли. Что еще делать? Получите! Все получите! Вот. Всех убью, один останусь. Да, врагов, конечно, тут немного. Мало патронов. Нормально. Меня хватит. Здорово. Ой. А теперь здорово. Так, хороший способ, кстати, собирать души упавшие. Чтобы не бегать за ними. Ну и вообще, в принципе, одиночных врагов можно убивать этим. Ну, можно, конечно, но оно того не стоит. Ноги лежат. Как я, выстрелив ему в живот, отрубил ему ноги? Это был риторический вопрос. Так, ну теперь нам вниз. Оставшиеся враги там. Здорово! Как оно? Мясо порвал. Да ладно, короче, надоели. Этих монахов тут будет довольно много. Было. Тихо. Здесь секрет. По идее. По идее. Фу.
Потому что он там светится. Хрен бы знал, как его открыть. Так, и обратно нас уже не выпустят. Потому что здесь все позакрылось. И это печально. Но я это переживу. Так, ладно. Давайте уже заканчивать уровень тогда. Во-во-во, парни, полегче, не надо так. Вы издеваетесь, что ли? Пошел вон. Все, ну вот и выход из уровня. Собираем оставшиеся души, потому что, как вы помните, цель-то у нас прохождение игры именно собрать 7000 душ, а не что-нибудь там сделать. Да? Так, давайте глянем, не открылись ли случаем двери на уровне. Если бы они открылись, это было бы очень мило с их стороны. Нет. Они не хотят. Я не знаю, зачем разработчики это сделали. Это была одна из основных фич игры. Ну, не основных, ладно, соврал. Но одна из таких приятных фич игры, когда ты мог после завершения уровня пронестись по нему, пособирать то, что не собрал, там, открыть секреты и так далее. Зачем было ее убирать, не знаю. Так, тут у нас ливанул дождь, если вы слышите стук. Сибирское лето, такое сибирское лето. Скорость, вы передвигаетесь быстрее. Ну, на мой взгляд, не самая полезная штука. Жизненная сила повышает базовый запас здоровья. Да, это круто. Это нужно взять. Хорошо. Найди на броне 2, найди на святых предметов 1 из 3. Я лох, 1 на 2 секрет. Ну ладно, хрен с ним. Поехали в карты Таро. Вот, возьмем. Пока что особо горячаться по этому поводу не стоит. Так. И вот это возьмем. Вот. А куда это меня? А сразу прилипло. Ну ладно. Все это на ми и так далее. На этом завершим серию. Следующий уровень уже проходить будем в следующий. С вами был я, Ведьмак. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. Приходите еще. Всем пока.